Привет, друзья! Вкуснейшее блюдо, которое подойдет как на обед, так и на ужин. Очищенный картофель отвариваем в подсоленной воде до готовности. На сковородке с растительным маслом обжариваем лук. Далее добавляем фарш. Тушим до готовности. В конце добавляем соль, перец по вкусу, любимые приправы, сухой чеснок. Затем готовим картофельное пюре. Форму, смазанную растительным маслом, выкладываем первым слоем картофель, затем фарш и снова картофель. Сверху сыр, натертый на крупной терке. И отправляем в заранее разогретую духовку до 180 градусов примерно на 10-15 минут. Всем приятного аппетита! Обязательно подписывайтесь на мой канал. Со мной просто и вкусно!